вами находимся на выставке Клинов. И сегодня, наконец-то, долгожданная рубрика. Мы снимаем «Что на кармане?» и обязательно сейчас пойдем узнавать, что на кармане у посетителей выставки. Сегодня у нас второй день, пятница. Вчера было очень много народу. В четверг, как обычно, вы знаете, мы не снимаем. Но зато сегодня у нас будет полное раздолье. Мы все сразу с вами сейчас узнаем. Это начало, как обычно, покажу, что у меня на кармане. И у меня на кармане нож «Пеликан», лимитка, лимитки. Обожаю эту ножи, сейчас я беру с собой на выставке. Возможно, вы видите на нем себе торта вчера вот резали. Он очень классный, обожаю открывать его за шпенек. Режет отлично, и как обычно у него нету отверстия под земляк. И вот этого спейсера, который мне не нравится, что очень удобно. Ну что, мой нож посмотрели? А теперь давайте отправимся туда, в клуб выставки Клинов, и узнаем, что у кого в кармане сегодня. Подай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас сегодня с собой на кармане? Кощей. Скажите, пожалуйста, нашим подписчикам, как вам этот нож? Это мой первый нож. Угу. Я купил его у вас, конкретно у вас. Очень приятно. Да. Спасибо, отличный нож. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Взаимно. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть ножи на кармане? Есть. А, на кармане, что значит? Ну вот, например, есть у молодого человека. Да. Покажите, пожалуйста, нашим подписчикам, что это у вас за нож такой? Victorinox Evoque. Угу. Не помню, Алоксфорд, нет. Да, что? Про сталь я не помню, честно. Накладки супер, подходят вообще по твой лук. Накладки, да. Отлично, спасибо большое. А что у тебя на кармане? Давай, доставай, показывай. Ага. Вот такой вот. Отлично. Рукоятка из корейской березы. Из корейской березы. А на клинке? Скажи. Ну, кованая сталь, я имею в виду. Ага. А вот марку я уже не вижу. Отлично. Все равно спасибо вам большое. Спасибо. Покажите, что у вас сегодня с собой на кармане? Ага. Откройте, пожалуйста. Это Benchmade, вижу, да. Такой вот малыш. Долго пользуетесь этим ножом? Да не сильно. Это у меня для сумочки, а на лето у меня с собой, ой, на зиму у меня с собой его нету. Кощей Slim, но клинок я там переделал. Поставил М398. Слушайте, вы тогда в следующий раз его захватите, чтобы показать нашим подписчикам. Угу. Спасибо. Thank you.
вас ножи. Спасибо большое. Спасибо вам. Да не важно, показывайте любые. Поверьте. Подарок. Ага. Викторинец. Иконец. Ага. Спайдерка. А можно вот этот вот нож, пожалуйста, открыть? Он такой какой-то фиолетовый, интересный. Ага. Здорово. Какие материалы здесь, помните? Этот нож. Какой-то подарили. Здорово, спасибо. Здрасте. Есть у вас сегодня с собой нож на кармане? Нет. Жаль. Есть не на кармане. А где? Ключница. А покажите нашим подписчикам. Да, пожалуйста. Такого мы еще не видели. Точно, абсолютно. Ему очень-очень много лет. Ага. То есть у вас, получается, абсолютно всегда есть с собой вот такой вот незаметный нож. Да. Здорово. Спасибо вам огромное. Ему, наверное, лет 50 уже. Да вы что, выглядит очень хорошо. А может и больше. Ну, кто производитель, спрашивает, смысла нет. Нет, абсолютно. Хорошо. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть у вас сегодня с собой нож на кармане? Да. Показывайте. Ух ты. Очень красивые накладки, обратите внимание. Что здесь на клинке? Не трави. Ух ты. Круто. Давно у вас этот нож? Год, наверное. Год. Здорово. А, давайте еще вот клипсочку вот так вот посмотрим. Ух ты. И шпенек. Смотрите, какой замечательный, красивый, аккуратный ножик. Спасибо. Вам спасибо. Здравствуйте. Есть у вас сегодня с собой нож на кармане? Смотря какой. Да любой. Покажите нашим подписчикам, что у вас сегодня. Ну, у меня сегодня маленький. Это отлично. Большие ножи мы видели много раз. Ага, вот такой вот небольшой. Угу. Спасибо. Ладно. Да, показывай. Даже ничего говорить не пришлось. Говорить не пришлось. Блин. Так, на кармане у вас получается сёгун. Секунду. А это сыну взял, 12 лет. Ага, отлично. Ну, передавайте сыну мой привет. Сыну привет от Риты. Да, и вот еще помашите в камеру, пускай посмотрит вас. А, Джейкун. Спасибо вам. Здрасте. Здравствуйте. Что у вас сегодня с собой на кармане? Наконец-то вы до меня дошли, наконец-то. Здравствуйте. Так, ну, у меня есть такая компания, российская компания, она недавно на рынке, может быть, не знаете, компания Dagger. Взяли классные ножи. У них шикарная механика. И он очень красивый. Очень красивый. Сегодня на выставку я взял два. Самый дорогой и самый практичный, самый любимый. Вот, как бы, ну вот, собственно, они. Но есть еще кое-что. Чисто нож, чисто чтобы оправдать карман на штанах. Ага, давайте. Это вообще не знаете, это дело в Швейцарии, где-то ты, в далекой Швейцарии. Ножичек. Швейцарский армейский нож. А давайте мы вот так вот покажем. Необычные накладки. Да, это мне, кстати, подарил сын. Угу. Это папа. У тебя нет викторинокса, держи. Да, выглядит замечательно, очень интересно. Все. Все, вам хорошего. Спасибо. Спасибо.
Сотрудникам и узнаем, что сегодня у них на кармане. Здравствуйте. Привет. Что у вас сегодня с собой на кармане? У меня с собой сегодня Sting, Excel, MagnaCard, лимитка. Ага. Может быть, в номер нам покажете? Номер один. Я не знаю, видно, не видно. Вот. Это номер один. Купила с легкой руки. Вот. И вот такая вот интересная бусина здесь у нас. С моим любимым регбийным клубом «Слава». Вот. Классно. Спасибо большое. Сейчас пройду за стоечку, за стенд, и спрошу у других сотрудников. Дмитрий. Да-да. Здравствуйте. Что у вас сегодня с собой на кармане? У меня Sting на S90V. Самый замечательный. У вас Sting. Да. Из года в год. С каждой съемки ничего не меняется. Что еще? Victorinox, Sting Deluxe. Это что-то новенькое? Или... Это что-то новенькое. Для Димы. Для меня. Все, понятно. А у вас что на кармане? У меня сегодня, мы с Ангелиной одинаково, у меня сегодня Sting, XL на MagnaCard, но у Ангелины номер покруче. Да. У меня, какое зрение подводит? 85-й. У меня два на самом деле. Один Dagger Team и второй Dagger Team у меня готовится для кастомизации, поэтому... А как... дайте бусину еще посмотреть. Да, ли? Бусина – это профиль. То есть у вас будет кастомизированный Sting XL на MagnaCard? Да. Будем очень ждать. Спасибо. Вам спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас сегодня с собой на кармане? Сегодня у меня... Что же у меня? Очень неожиданный нож. Мой любимый нож. Это Sting, лимитка, Dagger Team с накладками из G-Маскуса и стали S90V. В общем, мне кажется, самый классный, харизматичный нож, который у меня есть. Очень люблю его. Вот. Всегда со мной в сумке. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, что у вас сегодня с собой на кармане? Классические мужские ножи. Отлично. Хватит или... У вас еще вот тут вот что-то есть. Да. Ага. Я Мишаня Кастом, поэтому приходите и покупайте мои мазявочки классные, блин. Дайте вот это посмотреть. Можешь вырезать. Можешь не вырезать. Классная механика. Ну, нормальная. Достаточно легко.
пончик. Спасибо. Здравствуйте снова. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, что у вас сегодня с собой на кармане? Сегодня с собой на кармане у меня лимитка осеннего клинка. Суббота. Пока без бусины, но бусину уже купил. Сегодня нашел интересное. На бейджа лимитка. С бусиной, да. С бусиной Патрики. Страшная, ужасная наваха. Вы уже ей попользовались? Да, я вчера и резал закусь. Очень вкусно режет. Очень вкусно. Очень вкусно режет. Ну, это просто вот-вот. Ну и да, тут слепой пью. Ну, а что еще на наваху? Ну, пираты, они и есть пираты. Далее. Да, это новинка у Бруталики. И бусина, да, тоже, я смотрю, новенькая? Бусину взял у тех же ребят, у которых взял слепого пью. Вот, сучок. Вот такая вот складная финочка. Прикольный. Да. Ну и... Что, куда? На поясе, вот вижу. Как обычно, детский нож. Керамический нож. Даже открывать не буду, просто обозначим все, что оно есть. И самое главное. Ты. Да. Очень нравится мне рукоять. Я вот люблю, когда она такая вот текстурированная изнутри. Да. Вот таких было, по-моему, две или три, хотя вот сейчас можно на стенде посмотреть, там есть интересные варианты. А можно я в руке подержу? Пожалуйста, просто, конечно. Чтобы эргономику? Ой, ну да, она удобная. Единственное, что строгать ей будет не очень удобно, потому что все-таки достаточно тонкая рукоять. Mm-hmm. Я пробовал и в перчатке, и без перчатки. В перчатке получше, без перчатки прям сразу начинает наминать. Ну, она нормально, нет, хорошо лежит в руке. Ну и опять-таки надо понимать, что это не для силовых работ нож. Но тем не менее, там веточку острогать для шашлыков пойдет. Устроить охоту на колбасу. Это завсегда. Вот. И. Ой, этот пухляш мне нравится. Да. Вот, и бусинка такая вот, причем бусинка. Ой! Да. Ой, смотрите. Вау. Вот это прелесть. Да. У нас еще две такие есть свободные. Очень здорово. Да. Класс. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Всегда радуюсь. Аналогично. На кармане у него торт, у него книжки. Все остальное не смотрите, не заслуживает никакого развития. Микротекс так взял на подарок. Чисто, да. В основном, конечно, разведется книжки. Мне в основном. Честно сказать, не хотел. Вчера взял Рексбо красивый, ночью потерял. Поэтому и говорят, гриби разведовки пишут. Никогда не потеряешь. Легко выпадешь. Там колбасы появятся, посрачиваются. Грамотно. Спасибо.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас сегодня с собой на кармане? Вокет. Нож Вокет от Dagger. Да. Часто отлично. Им пользуетесь? Каждый день. Я вот вижу, да, на клинке есть даже какие-то следы использования. А это он меня выручил, получается, гильза у меня в патроннике застряла. Я ему вытаскивал, кончик обломал. И там же на полевых условиях, как бы, его подправил. Очень рады. И все. А, кстати, вот чем вы затачиваете ножи тогда в полевых условиях? На тот момент? Да. Обычная сломанная чашка. Понятно. А так камнями? Камни. Исключительно камни. Только там. Мы так и думали. Вручную. Спасибо. Пожалуйста. Хороших продаж. Спасибо. Здравствуйте, молодые люди. Есть у вас с собой ножи на кармане? Есть. Покажите нашим подписчикам? Покажем. Давайте. Вендетта ваша есть из новой серии Discovery. Вот. Я хотел себе обычную, но мне фреймворк не нравится. Ага. Вот. А тут прям... А вы левша, сложится. Да? Да, я левша, мне удобнее и замок под левую руку, и клипс можно переставить. Ага. Прям все сошлось в этом ноже. Здорово. На кухне хорошо. Вот. Согласна, тоже люблю кинжалы. Отлично. А у вас? Отсутствует. Отсутствует. Но ничего, выставка есть, так что приобретите. Да. Спасибо вам.
наш. Эру, а вы левша? Ага. Ой, какие классные. Да, очень-очень красивый комплектик. Ага. Ух ты. Супер. Большое вам спасибо. Хотела спросить, что у вас на кармане? Ничего нет. У вас? Француз, лимитка под сочи 14 года. Обалдеть. А что на клинке? А это уже большой вопрос. Мне кажется, что это оцендрика. Понятно. А можете еще раз открыть, пожалуйста, чтобы было красиво? Ага. А на поясе у меня висит чудесный нож от Интикас, там грейв 2.0. Ага, здорово. Супер. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Самые обычные. Давайте. Эксклюзивные. А, ну ладно. Спасибо. Сами делаем. Это из рога лося. Вот здесь вот маленькие черные штучки. Это бываленный рог крыски. Ага. Сам нож называется Red. Я думаю, все с ним знакомы. Угу. Такая красота. А здесь у нас из красного дерева накладочка. Они достаточно такие тяжелые. Люблю тяжелые ножики. Ну и вообще. А можно? Конечно. А где? Вот, то есть вы сами делаете эти накладки? Да. Мы и сами деревянные, делаем. И кость? Да, да, да. Угу. Мы собираем полностью, это наш мой личный дизайн. Угу. И вот эта вот резьба, это Сереж Полонин, очень известный на клинке всеми любимый мастер резчик. Ага. Слушайте, здорово. Очень интересно сделана накладка. Я, конечно, ну, представляю, да, что люди себе заказывают. А вот наш руководитель очень любит делать себе накладки из кости. То есть я могу его к вам направить. Да, безусловно. Причем мы не любим повторяться, если мы посмотрим на крыску. Я вам достану. Они все разные. То есть рисуночки, они всегда будут разные. Почему крысы? Рассказать интересно? Расскажите. Ой, с удовольствием, моя любимая тема. Когда я туда нырну, ладно, на ветвинку. Есть вот такой персонаж, Хатей. Все о нем слышат, такой лысый дядька с большим мешком. А мешком у него счастье. И он ходит по небу. А крысы, они любопытные, они залезают на мешок и прогрызают, чтобы посмотреть, а что же там внутри. Соответственно, в мешке дырки, Хатей идет по небу, и из дырок сыпется счастье на людей с неба. Чем больше крысок, тем больше счастья. Поэтому мы стараемся много-много крысок. А вот кукуруза – это символ несчетного богатства. Очень такая вот история, да. Теперь вы знаете, почему так любят на востоке крысы. Здорово. Спасибо вам большое. А вообще у нас есть не только закладочек на мешки, мы также делаем. А мы можем поять, да?
Вот, если посмотрите поближе, рукояточки замечательные, вот эти скелеточки. А вот эти штучки, это подставки на самом деле, кастомные подставки наши. Да, ну слушайте, здорово, спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо за руку. Всем привет, приходите на Клинов. Вы не ожидали меня здесь увидеть, но Рита мне передала эту эстафету, и сегодня я буду заканчивать наш обзор, что на кармане у посетителей Клинка. И сегодня мы подойдем к самым интересным стендам и узнаем, что же с собой носят сами производители или продавцы классных брендов. Рассказывайте, что на кармане. А какой из карманов вас интересует? Давайте справа начнем. Они все справа. У меня вот такой малыш в титане, сплипующий, маленький, аккуратный. У меня тыкалка от Phantom Tool. У меня красный царап, понятное дело. И мой на сегодня любимый хейтер. Отлично. Пока вроде все сегодня все в таком комплекте. Только по правому карману прошлись, да? Да. Ну хорошо. Спасибо большое. Расскажите, что на кармане? Нож Анатолия Шешина. Ага, отлично. Что можете про него рассказать? Офигенный шейник из Элмакса. Угу. То есть вот он с нами стоит рядом. Отличный термист, знает все по сталям, много экспериментирует, поэтому за эту сталь вообще можно не переживать. Класс. Супер, спасибо большое. Да, не за что. Давайте с вами. Что у вас на кармане? Бургер. Что по материалам? Карбон, титан. Все скромно. Угу. Цветные лайнеры. Класс. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. А подскажите, что у вас на кармане? На кармане? Ножик. Угу. Что за нож? Показывайте, рассказывайте. Спайдерком. Да, обычный ножик. Реплика. Угу. Какие материалы здесь? Честно, не знаю. Да, но это и не надо. Главное, чтобы красивый был. Да. Супер. Спасибо большое. Здравствуйте. А что у вас с собой на кармане? Показывайте ножи. Да. Угу. Ваш. Отлично. Какие материалы? Вдруг я не знаю. Я сам не знаю. 8 хром, 14 молибден, ванадий. Отлично, да. Накладки ФРН. А у вас? Мы на самолете вообще прилетели, я просто багажом отправил. Все остальные самолетом, поэтому без ножа. И вот все пользуются вашим ножом? Нет, вот у Эльдара другой нож. Покажите наш. Дай нож. Нож твой, дай. Поэтому это как раз мы... Я не знаю, что у него тут за столюка, но это лядомаск, сердечник, обкладки, ну, дерева. Ну да, выглядит симпатично. Вот. Он тоже багажом отправил, он хитрый. Да, спасибо. Супер, спасибо. Хорошего дня. А расскажите нам, что у вас с собой на кармане. Рассказать? Показать. Это мы умеем. Так, я купил себе финку от Phantom Tools. Я увидел ее вчера на найфовке и понял, что я без нее не могу. Забрал последнюю в таком цвете, все, я счастлив. Потом, ну это рюкзачный нож. Это начало 2000-х Voyager X2. Потом... российского производства у меня Atropos Knife Decadent. Очень классный нож ВН-690. И так, что у меня на кармане? Пират Custom. Много классных патчей. Север DC, Atropos Knife. И там у меня внутри... Ой. Деньги внутри. Деньги, да. Киридаши, черный дракон, вот, которых было не так много. Вот, поэтому я очень счастлив, что у меня получилось это все забрать. Ну и Делика. Все, я сегодня налегке. Да, такой мини-набор. Мини-набор. Да, мини-набор, поэтому как-то так. Отлично, спасибо, что рассказали. Спасибо. Какой у вас нож на кармане? На кармане покажу. Супер. Сейчас. Самое быстрое на кармане и самое важное, мне кажется, это вот такая маленькая фиговина. Ой, какая симпатичная. И потому что это зубочистка. Угу. Честно говоря, выручает меня постоянно из-за того, что зубы кривоваты. Ну и я обновился на Клинке. Сейчас главное это все аккуратненько сделать, чтобы себя не убить, никого не убить.
Я купил себе наконец-то первый нож от Волчьего века. Вот такой вот очень-очень красивый маленький фиксик. Да, класс. И выглядит покорили классно. Меня в основном ножны. Да, выглядит очень красиво. На самом деле, если вы еще подождете сейчас... Подождем. У меня есть свежая обновка, да, раз Шутагер снимает, покажем. Свежая? Где вы его нашли? Скажем так, надо знать правильных людей. Пришлось очень долго постараться, но он появился. Я такой на день рождения другу подарил. Да. Мне еще бусинку подогнали. Все в лаймовых. У меня бзик на зеленый цвет. Ну, выглядит очень классно. Ну, и многие этот нож на самом деле хотят, поэтому... Да. Поэтому вам их надо делать. И да, побольше. Спасибо большое. Да не за что. Хорошего дня. Да, расскажите, что у вас на кармане. У меня на кармане Crystal Knives Arachna M390, Титан, лимитка 200 штук, все было выпущено. У меня 111. Специально выбирали номер? Да, конечно. Счастливое число. И Sacom Elite в M390 с алюминием Dualton, в принципе, тоже классика своего рода. Класс. И мультитул для обслуживания ножей от Bolt EDC. Все, больше ничего. Ну, телефон еще. Спасибо большое. Да не за что. Хорошего дня. Спасибо вам тоже. А мы пришли узнавать, что на кармане. Это джент, собственно, костюмный, он же пиджачный, он же джентльменский нож. На клиночке CPMS-35VN, карбон на рукояточке. Вот, за последний год вот он плотно осел у меня на поясе, потому что он очень удобный, он, самое главное, не агрессивный. Я его спокойно на любой рамке выкладываю, мне никто не говорит, у тебя нож, то есть вот такой как бы прикольненький нож-аксессуар. В принципе, он мне очень нравится. Класс. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Здравствуйте. А расскажите, что у вас на кармане? Телефоны на что я делаю? А ножи? Ножи мы их только делаем. Только делаете, не носите? О, хоть у кого-то. Ну, это нож. Уже потрепанный, но немножко кастомизированный. Расскажите по материалам. По материалам, сталь АОС 8. О, как бы, такой, я не знаю, по-моему, это лимитка, я точно не знаю. Я просто из-за того, что он черный и зеленый. Вот. Ага. Только из-за этого. Вот. А по стоимости я не настолько любитель ножей складных. Он просто у меня должен быть, и все. То есть вы просто представляете бренд на выставке, и все, да? Мы сами вот продаем, вот наш стенд, то есть мы сами продаем, а просто Ноксом я пользуюсь, потому что когда-то его купил где-то он на Авито, что ли, и он у меня до сих пор на кармане уже пару лет. А вы на выставке, были уже до этого, да? Нет, мы первый раз приехали, но московский, занимаемся ножами около 10 лет. Вот, просто продавали на Запад, сейчас мы приехали, чтобы нас посмотрели. Мы наконец выбрались сюда, собрали очень много лимитной истории, и есть походные, кухонные, давно занимаемся. Ага, класс, спасибо большое. Да, не за что. Что у вас на кармане? На кармане? Да, хотя бы на шее. Хотя бы на шее. Это у нас лимитированная линеечка была к Новому году сделана, пронумерованная. Такой киридаши, он, правда, уже поюзанный. Вот, карбон, зеленые спейсеры. И у меня 01 номер, если его видно там. Сами выбирали? Да, я являюсь вообще подписчиком данных ребят, и они меня пригласили поучаствовать на выставку к себе в качестве помощника. То есть вы просто подписчик, вы там не работаете на постоянке. Это очень круто. Да, вы рады такой возможности? Это кайф. Столько моделей было интересных, осталось всего два стендика. А как вы готовились вообще к тому, чтобы сюда прийти? Вы там учили модели, ножей, еще что-то? Или вы так все знали? Про модели знаю больше, чем ребята. Давно с ними, следите за ними? Три года слежу, а так ребята 10 лет на рынке, они были... Начинали с низов, и сейчас их уже, кто знает, приходят прям за определенными моделями. Класс. Круто, спасибо, что рассказали. Пожалуйста. Здравствуйте. Что на кармане? Опять. Опять, да? Давайте опять. Я же не знаю, что там. Да, смотри. Было. Наваха, затякалка и... Вот так. Угу. И какой из них самый любимый? Сколько он уже лет? Ему 5 лет, но он за грибами в основном гуляет. Ага. И сегодня здесь грибов много. Не, мы не будем резать грибы. Получается, самый любимый не тот, который на кармане, который на шее. Да.
ближе к сердцу. Да. А у вас? А у меня... База? Да, как обычно, хлоперочек наш, который вот мы научились делать, вроде что-то получается. Вот, сегодня... Элмакс. Элмакс, линза, здесь такой вот акрил и дуб. Вот такая вот лялечка маленькая. Супер, спасибо большое. Спасибо. А у вас есть с собой ножи? Да. Показывайте и рассказывайте. Конечно, одну секундочку, сейчас молодой человек покажет. Конечно, свое. У нас вот есть пока что второй. Так, первый, это у нас мерц, вообще где-то поднят, неизвестно, может быть, возможно, криминал, не знаю, так, чисто ношу, на всякий случай привести в порядок. Так, мой личный рядовой рабочий, это NR-19 от Кизляра, вот, отлично мне ребята здесь заточили, а так мы вообще другим занимаемся преимущественно. Мы видим, да. Да, у нас сумки из снаряжения авиационного. Вот, да. Как-то так, Денис. Да, давайте я. Так, показывайте. Значит, один ножичек мне подарил Urban Scout. Вот такая вот реплика Спайдерко. Он говорит, это прям твой нож. Хороший, классный, бусинка светится в темноте. Бэклок, я такое слово впервые видел только-только вчера. А есть кое-что крутое. Есть парняга, кто не DC. Ребята, вот это режек, которому вообще нет равных. Ой, какая красота. Взгляните, да? Угу. А значит, самое приятное, ни за один из этих ножей не заплатил. Мне их подогнали на братской волне. Это дорогого стоит. А вот наши сумочки стоят в самый раз. Все разные, все классные. Приходите. Спасибо большое. И вот мы снова возле этого медведя, он никуда не уходил. А для вас это значит, что мы заканчиваем видео «Что на кармане» на весеннем карте 2024. Надеюсь, вам было очень интересно посмотреть, с чем ходят сегодня люди. Вы обязательно уже успели написать, что у вас на кармане. Если нет, то давайте у вас последние секунды это сделать. И до встречи в следующем видео. Всем пока!